пошли, пора купаться. Да, я люблю купаться, давай. Пора уже купаться, пора быть чистым, и ты будешь самым чистым малышом. Бери свои игрушки, вот. Прыгай в воду, да. Бульки, повсюду бульки. Окей. Возьми мыло ту-ту-ту-ту, возьми мыло ту-ту-ту-ту, возьми мыло ту-ту-ту-ту, возьми мыло. Очень хорошо. Плюх-плюх. Пора уже купаться, пора быть чистым, и ты будешь самым чистым малышом. Пора помыть головку, бери шампунь. Бульки, бульки вокруг. Посмотри на эти бульки. Мой головку ту-ту-ту-ту, мой головку ту-ту-ту-ту, мой головку ту-ту-ту-ту, мой головку. Очень хорошо. Пора смыть мыло, пора быть чистым, быть самым чистым ребенком на свете. Пора смыть мыло, пора быть чистым, и ты сможешь поиграть. Хорошо. Смывай мыло ту-ту-ту-ту, смывай мыло ту-ту-ту-ту, смывай мыло ту-ту-ту-ту, смывай мыло. Очень хорошо. Теперь ты чистый и свеженький. Готов к сказочке? Да-да. Ну что ж, сказочка ту-ту-ту-ту, сказочка ту-ту-ту-ту, сказочка ту-ту-ту-ту, сказочка. Сладких снов, милый. Спокойной ночи, папа. Могу найти его. Где ты видел последний раз его? Кто его найдешь? Кто украл игрушку? Кто украл игрушку? Медведя своего я ищу. Искал его повсюду, но нет его нигде. Искал ли ты в маминой и папиной комнате или в ванной? Может быть, он под умывальником. Подумай. Нет, его нет там. Найдешь его, милый, не волнуйся. Кто украл игрушку? Кто украл игрушку? Медведя своего я ищу. Искал его повсюду, но нет его нигде. Искал ли ты в гостиной? Мы смотрели фильм вчера. Твой медведь, он коричневый? Нет, он голубой. Оу. Ну что ж, продолжай искать, дорогой. Я уверен, ты найдешь его. Кто украл игрушку? Кто украл игрушку? Медведя своего я ищу. Брал ли ты моего медведя? Потому что это нечестно. Не брала медведя я твоего. У меня достаточно. Но проверить в комнате моей можешь сам, если хочешь знать. Ой, нету там. А я говорила? Кто украл игрушку? Кто украл игрушку? Медведя своего я ищу. Спрятал ли ты моего медведя? Пожалуйста, будь добрый и отдай. Твоего медведя я не прятал, я играл на улице. Посмотри внимательно под стулом или возле своей кровати. Ой, 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 я нашел своего медведя! Я нашел игрушку, я нашел игрушку, она была в моей комнате.
надо было там поискать. Упс! Ты нашел игрушку, ты нашел игрушку. Хип-хип-хип, ура! Мы знали, ты ее найдешь. Теперь ты можешь играть. Джонни. Да, папа. Ешь шоколад? Нет, папа. А не врешь ты? Нет, папа. Открой коротик. Братец, братец, да, сестра? Ешь конфетки, нет, сестра. А не врешь ты, нет, сестра. Открой коротик, ха-ха-ха. Дочка, дочка. Да, папа. Ешь мороженое? Нет, папа. А не врешь ты? Нет, папа. Открой коротик. А-а-а. Ням-ням. Папа, папа. Да, малыш. Кушаешь тортик? Нет, малыш. Не врешь ты? Нет, малыш. Открой коротик. Дорогая. Да, дорогой. Ешь пирожные? Нет, дорогой. А не врешь ты? Нет, дорогой. Открой коротик. Спасибо, дорогая. Чистить зубки мы пойдем. Да, 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 чистить зубки я люблю. Зубы будут крепче, если чистить каждый день. Да, 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 чистить зубы я люблю. Зайка, надо ванну принять. Да, да. Вместе с игрушками можно ванну принимать. Да, 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 люблю я ванну принимать. Солнце, тебе пора в кровать. Да, 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 я люблю свою кровать. Надевай пижаму, медведя обнимай. Свою кровать. Детки, пришло время для сказки. Да, 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 мы любим сказки. Выбирайте сказку и скорей закройте глазки. Сладких снов, ребята! Спокойной ночи! Спокойной ночи, мамочка и папочка!
пять малышей прыгали в кроватке. Один упал и ударился головкой. Мама позвонила доктору, и он сказал: не прыгайте в кроватке. Четыре малыша прыгали в кроватке. Один упал и ударился головкой. Мама позвонила доктору, и он сказал: не прыгайте в кроватке. Три малыша прыгали в кроватке. Один упал и ударился головкой. Мама позвонила доктору, и он сказал: не прыгайте в кроватке. Два малыша прыгали в кроватке. Один упал и ударился головкой. Мама позвонила доктору, и он сказал: не прыгайте в кроватке. Один малыш прыгал в кроватке. Он упал и ударился головкой. Мама позвонила доктору, и он сказал: не прыгайте в кроватке.